Столица четырежды орденоносного советского Киргизстана. Многоцветна и радостна жизнь сегодняшних фрунзенцев, счастливых потомков вчерашних кочевников. Фрунзе полвека назад. Захолустный уездный городишко Пишпек. Печальные песни пел киргизский видняк. Для манапов, для баев злых, жвачкой был ты в прошлом, бедняк. Ты захлебывался в крови, погружен в беспросветный мрак. С горечью свидетельствовал великий киргизский акын-демократ Тактагул. Обездоленный бесправный народ изнывал под двойным гнетом царских эксплуататоров и местных баев. Но всякому унижению есть предел. Под влиянием революционеров и ссыльных большевиков выросло политическое самосознание трудящихся жителей города Пишпека. Пробил час, и залп «Авроры» известил о главном событии 20 века – Великой Октябрьской социалистической революции. В биографии трудового народа России и народов ее окраин наступила новая социалистическая эра. А началась она с исторических ленинских декретов. Революция в Петрограде активизировала пишпекских большевиков, которые решили выйти из подполья. В ноябре 17 года забурлил событиями дубовый парк города. Здесь находился кинотеатр «Эдисон», а рядом с ним домик машиниста Ивана Савельевича Меркуна. В нем состоялось заседание пишпекской большевистской группы во главе с Алексеем Илларионовичем Иваницыным, профессиональным революционером-большевиком. Было намечено собрать митинг городской бедноты, который прошел на этой площади под сенью этих дубов-великанов. На митинге большевики открыто поставили вопрос о вооружении рабочих и взятии власти. Января 1918 года состоялось заседание Совета солдатских и рабочих депутатов, на котором был избран председателем большевик Швец Базарный. В этом здании располагался первый городской комитет партии большевиков, председателем которого стал Иваницын. Советы своя, родная, подлинно демократическая и самая гуманная власть. В этом убедилась трудовая киргизская беднота, внимая каждому слову вождя пролетарской революции Владимира Ильича Ленина. Враг затаился, повсеместно готовя мятежи и кровавые расправы над коммунистами. Перед страной Советов стала задача создать Красную Армию, которая должна была дать отпор внешним и внутренним врагам.
из числа коммунистов и доброотрядцев сформировался первый советский пешпекский полк под командованием Якова Никифоровича Логвиненко. Бойцы революции успешно подавили белогвардейско-эсеровские мятежи, в которых участвовали киргизские баи, иманапы, муллы и дунганские купцы. Но победа далась дорогой ценой. Жертвы жестоких боев за власть советов похоронены в центре киргизской столицы в Дубовом парке. Память о них не сотрется в веках. Пешпекские большевики знали, за что шли в святой и кровавый бой. За право на свободный созидательный труд. За право на образование. За счастливую и обеспеченную жизнь детей. Октября 1924 года второй сессией в ЦИК было принято постановление об образовании Каракиргизской автономной области. В марте 1925 года состоялась первая конференция Киргизской областной партийной организации. «Приветствую первую партконференцию родной для меня области», писал в своей телеграмме Михаил Васильевич Фрунзе. «Перспективы строительства, связанные с получением вами автономных прав, дают все данные для превращения ее в образец, достойный подражания для всех советских народов». Их было мало, первых пешпекских большевиков. Теперь же Компартия Киргизии насчитывает свыше 100 тысяч человек. Ядро этого многонационального, монолитного в своей устремленности к будущему могучего отряда составляют коммунисты киргизской столицы. Вечно пламенеть знаменам Октябрьской революции и вечно сиять на них именам борцов за победу ее дела. Алексея Илларионовича Иваницына, Якова Никифоровича Логвиненко, Коджимкула Сарыкулакова, Ивана Савельевича Меркуна и Маша Кобекова, Григория Ивановича Швец-Базарного и Моналы Айдарбекова и Маша Токбаева, Джайнака Садаева и других славных сынов своего народа. Один из создателей пешпекской большевистской организации Иван Савельевич Меркун в далеком 18-м году писал: «Я уверен, что наши потомки, читая о наших деяниях, воздадут нам должную благодарность, которая будет для нас высшей наградой за наши труды». История подтвердила его правоту.